Привет, бандиты. Ну чё, соскучились? Паша, здорово, Паша. Я где? Да, вообще еще что, жив перископ-то? Как тут движение наводится? Имеет смысл еще и пользоваться, друзья? Почему не перископит, а соль? Я спрошу у нее. Соп! Так, сколько вопросов, друзья. Явно мы скучали друг по другу. Это точно. Вактау не знаю. В 16-го приходи, куда едешь, во, появляйся чаще. Я уеду жить в Лондон. Я уеду жить в Лондон. Я уеду туда, где ночная вода. On the hood. Да, 10-го в Лужниках мы будем презентовать новые треки. Новые треки 10-го числа в Лужниках. А самые новые треки 16 октября Yota Space. Лондон ждет. Если Лондон ждет, то мы приедем. Мерс, да, как вы поняли, Мерс стоит дома. А мы пользуемся услугами общественного транспорта. Кто угадает, где мы едем? Здорово, Саня. Гнойный или Окси? Понятия не имею. Ты был лучше, чем Мирон, поэтому спасибо большое. Екатеринбургу привет. Погода отличная, самое то. Мне кажется, я проехал свою остановку. Ну, зато пообщаюсь с вами. Это не маршрутка. В смысле маршрутка? Это где такую маршрутку? За кого? Я буду болеть за Андрея Никитина 108-го и... Арбатская площадь. Следующая остановка. Переулок. Забыл. Да, я катаюсь на автобусе. Людей нет. Во Львове не был. С Руставели не знаю, очень бы хотелось. Как раз сегодня вспоминал нашу песню и очень радовался ей. Верьте в себя, друзья, мы это делаем. Куда тебе можно... Да, в битах нужнаюсь, засылайте ВКонтакте, с удовольствием послушаю. С Гуфом совместно, с удовольствием. Гнойный или Окси, я не знаю возможности Гнойного, друзья. Мне трудно судить. Но... Наверное, он сильный МЦ, раз будет батл. Фит со мной. А зачем тебе? Зачем тебе со мной фит? Песня Муря классная. Спасибо вам, друзья. Благодаря вам. Миллион мультик просмотров. Будет ли Лёва 16 октября? Не знаю. Скорее нет, чем да. Я всегда рад Леве и Неллу. Всегда рад. Клип на гравитацию надо бы снять, надо бы сделать, надо бы. На НТВ в субботу, а что там было? Устами младенца вышло уже и как? Мы там не угадали депутата, сказали полицейский. Уф. Где игнорщик? Почему? Нет, да просто много. А с Птахой как? С Птахой все отлично. С Птахой все отлично. 13 сентября должны читать стихи Тупака вместе. Да, друзья. Серега и с каким? Больше витов с Неллом, больше. Я такой еду в автобусе, такой, садись.
Садись, прокачу. Во, ребята, куда? Так, передай привет. Очень нора, сними кепку. Ха-ха-ха, какой ты. Серега Айвенго. Нет, не планировали. Не планировали. Серега не хочет писать фиты сейчас. По крайней мере, со мной. Я хочу. Стихи Тупака 13 сентября, друзья, 20 лет с дня смерти Тупака Амара-Шакура. И мы соберемся в Joyce-баре в 8 вечера. Наши товарищи будут презентовать книгу стихов Тупака, которую они перевели. И мы устроим небольшую вечеруху там. Ты что так зарос, да? Блин, да потому что Саня Барбер приехал в Питер. И я не успел у него побриться, буду теперь бриться у Антохи. Всех благ тебе, пока-пока. Что скажешь про Джонни Боя? Ничего плохого не скажу. Где треки, где новые? Так скажу, Джонни, где новые песни? Мы ждем. Когда новый Версус? А с кем? С кем бы вы хотели увидеть эту поэтическую дуэль? Фит спится очередной с большим удовольствием. У Сереги, кстати, выходит скоро альбом новый. И то, что я слышал, друзья, это очень круто. Я вам говорю, это замечательный альбом. Очень советую. По крайней мере, песня «Романс» мне очень понравилась. Братишка из Якутска, привет. Почему ты едешь на автобусе? Потому что я еду на поэтическое мероприятие, где планирую употребить бокальчик другой крепкого алкоголя. Ввиду этого я не могу себе позволить сесть за руль в пьяном виде. Что про Эйти Эласт я могу сказать? Я считаю, что песня «За Русь, я на танцполе взорвусь» — это прям мега круто. И идея очень классная. Я считаю, что раз он собирает большие залы и гастролирует, он востребован, он знает, что он делает, наверное, хорошие вещи, я не знаю. Долгожданский. Ты Мирон убрал. Благодарю, друзья. Благодарю. Battle с Тимати? Нет. Них. С Рамдигой не общаюсь. Альбом готовлю, друзья. Готовлю альбом. Альбомбу. Мне кажется, все артисты говорят: господи, это будет такой крутой альбом. Мирон тебя убрал. Вот тоже есть альтернативное время. Это, видимо, судья пишет. Фит заново. Мирон вынес тебя, пишет тот же человек. Я уже читал твое сообщение, друг. А соль дома. Русрэп — это дно. Почему? Откуда такая критика русского рэпа? Ты в КамАЗе? Нет, я не в КамАЗе, я же говорю. Вот, скажи, лавировали. Да не вы лавировали. В четверг, 4 числа, в 4 с четвертью часа, 4 черненьких, чумазеньких, чертенка, чернение черными, черными, чертеж. А сахар где? Нет, сахара нет, друзья. Сахара нет. Стихи Тупака, не знаю, возможно, буду транслировать, смотря, насколько это будет секретным ли мероприятием. В стиле настоящего, да, совсем скоро выйдет трек, и он понравится всем, в том числе и вам. Тупака Шакура. Fast flow. Вот fast food это мое, вот fast flow это нет. Какая у тебя задача в данный момент? Понять, сколько станций я проехал, пока я общался с вами, и как далеко мне стоит идти. Варшава, привет. Сегодня на газ придет Слим в эфир. Что ты думаешь об этом? Я думаю, что Слиму есть что сказать.
что Вася отличный собеседник. Я наконец-то послушал их эфир, где Баста с Тимати разговаривали про мою скромную персону. Мне было очень приятно. Да, это звонил телефон, друзья. Друзья, не буду вам... Это живой. Мы с вами скоро увидимся, и не один раз, и не в одном городе. 3 сентября мы, кстати, увидимся в Перми. 7 октября мы увидимся в Нижнем Новгороде. А 16 октября мы увидимся в Москве. Друзья, я буду очень рад вас видеть везде, и здесь у себя в Перископе. Мне есть вам что интересное рассказать. Я вернусь. Пока.